Ребят, каждому из вас, наверное, известен знаменитый сыщик, гроза преступного мира Шерлок Холмс. Многие из вас знают другого известнейшего сыщика, комиссара Мегре. Если человеку трудно, он обращался к Холмсу или к Мегре, его немедленно выручали из беды. Многих лордов, банкиров и простых тружеников поддержали они и спасли. Но есть еще один знаменитый сыщик. Это Колобок. Правда, он пока еще не очень известен. Но скоро и его будут знать все, потому что мы начали рассказывать о его работе, о его удачах. Напоминаем! Колобок помогает детям! Колобок разоблачает ребят-нарушителей и исправляет их. Скоро он займет свое достойное место в ряду великих сыщиков. Справа от Шерлока Холмса и слева от комиссара Мегре. Между прочим, в юности Колобок и сам далеко не был ангелом. Да-да, это именно он от бабушки ушел, от дедушки ушел. Ну что ж, он немного бродил, можно сказать, бродяжничал, но много повидал. Потом он попал к хорошим людям. Учился, работал, набирался жизненного опыта. Теперь он инспектор в детском парке. Ой, смотрите, катится, катится наш дорогой. Я в детстве в деревне у бабушки жил, была она дому хозяйкой, а дедушка в поле стога сторожил с огромной охотничьей лайкой. И жить бы ему хорошо, да дома чавойть не садится. И вот он над бабушки в город ушел, и в городе начал трудиться. Я 25 лет за порядком следил, любому мешал преступлению. На чистую воду я тех выводил, кто жить не дает населению. И любит и ценит его малышня, и знаю все дяди и тети. У вас неприятность? Зовите меня, всегда Колобок на работе. И всем малышам помогает. Был жаркий городской день. В центральном детском парке на берегу реки гуляли взрослые и дети. Дети достойно шли по дорожкам, держа друг друга за руки. А взрослые носились вокруг, как угорелые, гремя велосипедами, ведерками, совками, сшибая друг друга с ног. То есть, не, наоборот, это взрослые достойно гуляли, а дети сшибали друг друга с ног. А в неотложном пункте добрых дел Колобок и его военизированный помощник Булочкин несли дежурство. Следствие ведет Колобок. Колобок у аппарата. Алло, с межгородом разговаривать будете? Соединяю. Колобок, алло, Колобок,
У нас в учреждении пропала собака. Это хорошо. То есть это плохо. Дайте словесный портрет. Чей? Собаки, разумеется. Собака породы овчарка, высокая, средней лохматости, кучерявость повышенная, по окраске брюнет и шатенка. Кличка Пальма, охраняла пост вместе со сторожем, он тоже пропал. Дайте словесный портрет. Высокий, с уклоном в лысизм, брюнет и шатен, кучерявость повышенная, женат, имеет сына, сын тоже пропал. Дать словесный портрет. Достаточно. Мне все ясно. А вы сами кто? Вы их родственник? Я директор учреждения. Дать словесный портрет. Не надо. Вот что, товарищ директор. Берите свою жену и детей и поезжайте в парк культуры. Там выставка служебных сторожевых собак. Там вы найдете вашу Пальму и вашего сторожа с уклоном в лысизм. Заканчивайте. Спасибо, спасибо, товарищ Колобок. Пожалуйста, пожалуйста, товарищ директор базы. Закончили. Разъединяю. Шеф, а как вы догадались, что это директор базы, а не театра или музея? Очень просто. Театры у нас пока не охраняют сторожа с собаками. Следствие ведет Колобок. Булочкин, как всегда, был потрясен железной логикой Колобка. Он достал дежурную тетрадь и вписал в нее, как было раскрыто это таинственное происшествие без выезда на место происшествия. А тут наступило очередное событие. Чуткое ухо Колобка услышало какие-то не то крики, не то вопли. На другом конце парка крико-вопли явно приближались. И вот на пороге неотложного пункта добрых дел НПДД появился взволнованный гражданин. Караул! Преступление века! Злодейское ограбление пенсионера! В городе действует шайка! Планета волнуется! Предупреждаю, товарищи, мороженого больше не будет. Да, но что же все-таки произошло? Похищено 100 пачек мороженого. Поможет только Колобок. Милиция тут бессильна. Почему? А она не очень любит мороженое. Вот если б, видели, пельмени пропали, то да. Да вы не волнуйтесь, товарищ. Расскажите все по порядку. Обращайте внимание на подозрительные особенности. Подозрительные? А, хорошо. Дело было так. Я шел и продавал мороженое. Так. Кругом гуляли покупатели. Ну, целая улица покупателей. Не, а подозрительные подробности? Вы начните все сначала. Хорошо. Светило подозрительное солнце. Дул подозрительный такой ветер. Кругом гуляли подозрительные покупатели. Целая улица подозрительных покупателей. А подозрительных инопланетян не было. Ну, там летающих чайников. Были. В том-то и дело, что были. Подозрительные такие инопланетчайнички, замаскированные под нормальных прохожих. Так, так, так. А дальше? Вдруг замяукал подозрительный котенок. Я подозрительно пошел за ним и что? Кто-то украл мою подозрительную тележку. Еще раз. Еще раз, пожалуйста, все расскажите. Только подробнее, пожалуйста. Подробнее? Понял. Хорошо. Светило такое подробное солнце, дул такой подробный ветер, кругом гуляли такие подробные подозрительные покупатели. Чем больше говорил он, тем больше запутывал. На самом деле дело было так. Светило такое подозрительное солнце. О, что я говорю? Светило самое обыкновенное солнце. Мороженщик, товарищ Григорьев, шел по улице, продавал мороженое и пел веселую песню. Первая музыкальная пауза про пломбир. Маша, Даша и Олежки приглашаются к тележке. Для чего был создан мир? Для того, чтобы есть пломбир. Поскорей спешите к тачке и берите по две пачки. Вам стакан и вам стакан. А вот и выполнили план. Мороженое, мороженое совсем немного стоит. Мороженое,
взрослые дети? Есть в космической ракете километр макарон и пломбира 200 тонн. Подтолкуйте силачами, ведь они не калачами. Укрепляют силу рук. А мороженый мой друг, мороженое, мороженое совсем немного стоит. Мороженое, мороженое вам дверь и все откроет. Поскорей спешите в тачке и берите по две пачки. Вам стакан и вам стакан. Вот и выполнили план. Это друг не так уж глупо. Эскимос есть вместо супа. Раз и два и весь обед. И посуды грязной нет. Мороженое, мороженое совсем немного стоит. Мороженое, мороженое вам двери все откроет. Мороженое, мороженое вам двери все откроет. Мороженое, 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 мороженое. Мороженщик пел свою песню, а за ним, регулярно шаркая метлой, шла строгая дворничиха товарищ Силантьева Вера Антоновна. У нее была характерная особенность. Она не любила мороженого. Почему? Ну почему, милая Вера Антоновна, вы не любите мороженого? Эх, а за что же его любить? Ах, где мороженое? Там бумажки, стаканчики, крышечки. А это все чистый мусор. За что? Шел бы ты, милок, на другую улицу. Ах, так? Так, так. Хорошо. Хорошо, Вера Антоновна, я уйду. Нет, я не могу работать под этой дамокловой метлой. Не работай! А в некотором отдалении от тележки стояла группа подозрительной молодежи в возрасте 4-5 лет. Молодежь прикидывала свои финансовые возможности. Ребята долго искали и внимательно рассматривали каждую монетку. У меня две маленьких белых денежки. А у меня большая желтая. А у меня большая синяя с четырьмя дырочками. Они подошли к мороженщику и выложили ему весь свой наличный капитал. Дядя, пожалуйста, дайте нам три пачки. Это что такое? Ой, держите меня пятером. Три пачки мороженого за 25 копеек и за одну пуговицу неизвестно от чего. Ну, молодцы. Вот что, ребята, идите домой к своим бабушкам и дедушкам. Мойте им посуду, подметайте пол, и они дадут вам заслуженные деньги на заслуженное мороженое. А сейчас мне просто смешно. Молодежь задумалась. Наконец старший мальчик сказал всем: ребята, выкладывайте у кого что есть интересненького. И скоро перед ним лежало несколько предметов совершенно первой необходимости. Каких? Для того, чтобы это узнать, вторая музыкальная пауза. Про карманы мальчишек. На платье 5 карманов, были 6. Носовой платок не знаю.
знаю, а рогатка точно есть. Авторучка, батарейка, ремешок, антилогрейка. Выключатель, зажигалка, не работает, а жалко. Мел в коробочке и ластик, пузырек и головастик. Он в бидоне находился, а бетончик прохудился. Чтоб теперь его спасти, надо в речку отнести. Карандаш, перо, точилка, гиря и увеличилка. В целлофане пирожок, одному щенку должок. Вот каков он мальчик наш и каков его багаж. Для него и самосвала, очевидно, будет мало. Дать ему для багажа 5 машин из гаража. Дать ему для багажа 5 машин из гаража. Дать ему для багажа 5 машин из гаража. Машины! Давай, 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 давай! Сюда, 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 давай, давай, давай! Поехали, поехали, машинки! Поехали, поехали! Хорошо! Великолепно! Ну вот, приехали. Спасибо вам, ребята. Итак, перед ребятами лежали карманный глобус, руль от автомобиля, сломанный фонарик и апельсин. Сразу стало видно, насколько поднялось благосостояние населения и где у кого работают родители. В моем детстве, извините, таких ценных предметов не было. Ребята, а у меня еще есть котенок. Мяу. Мы будем ловить мышей? Нет, мы будем ловить мороженщика. И вот на пути мороженщика стали возникать разные соблазнительные предметы. Глобусы, фонарики, машинки. Но мороженщик не был прост. Он подходил к предмету и внимательно рассматривал его, не отрывая рук от тележки. Пожилой, но хитрый товарищ. Вдруг на пути его появился... Хе, ты кто такой? Кыс, кыс, кыс. Иди, иди ко мне. Давай, давай, иди ко мне. Я тебе приказываю, пройдите. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. У нас мыши завелись. Но это сообщение котенок оставил без внимания. Более того, он направился совершенно в другую сторону, под лавку. Кажется, к его лапке была привязана нитка. А я тебя все равно поймаю. Ах, вот ты какой, а? А вот он ты где? А вот ты у меня. Кыс-кыс-кыс, кыс-кыс-кыс, кыс-кыс-кыс. У нас мыши завелись. Красота, красота. Я завел себе кота. И тут он замечает, что тележка с мороженым исчезла. Преступление века! Похищено 100 пачек мороженого вместе с тележкой! Ясный день для него померк. Над его тележкой нависла опасность. Он немедленно бросился в НПДД, неотложный пункт добрых дел. По дороге он не переставал кричать. Над городом нависла опасность! Поможет только Колобок! Следствие ведет Колобок! Все ясно. Будем принимать меры. Дело поручим лучшему специалисту. Булочкин, на выход. Срочно выбегайте на место преступления. Есть! Обо всех шагах сообщайте по рации. Пусть порою грозит нам опасность. И стреляют враги каждый миг. Мы работаем и вносим ясность в этот сложный запутанный. Если спросят, мы ответим, что желаем счастья детям. Карусели из дверей и незапертых дверей. Не едим мы и не досыпаем, можем дров без трудов наломать. Пол Москвы пробежим за трамваем, если надо кого-то поймать. Если спросят, мы ответим, что желаем счастья детям. Карусели и зверей, и незапертых дверей. Вместе с нами детей миллионы, и никто из них не одинок. Берегитесь, враги и шпионы, трудный поиск ведет Колобок. Если спросят, мы ответим, что...
что желаем счастья детям, каруселей и зверей, и не замертых зверей! Колобок пел эту суровую песню, но при этом пил чай с вкусными булочками. Потому что даже в самых суровых буднях, заполненных делами, бывают такие ясные и вкусные окошки. Итак, Булочкин с мороженщиком прибыли на место преступления. Именно здесь! Именно здесь я расстался со своей любимой тележкой. Ну что вы, что вы? Ну не надо так расстраиваться. Вы забыли про нашего котенка, он же нам поможет. Ведь вы нам поможете. Ну вот видите, он согласен. Внимание, след! Котенок понюхал землю и немедленно взял след. Он подошел к урне с мусором и стал есть селедочный хвост. Вы нас не так поняли, котенок. Нам не нужна селедка. Нам нужна тележка. И тут на аллее появилась дворничиха. Она толкала перед собой пропавшую тележку. Вот она, похитительница, смотрите. Будем брать. Она же вооружена, у нее метла. Будем брать вместе с метлой. Применяю отвлекающий прием. Он подошел к дворничихе и указал ей на небо. Смотрите, метелки летят. Какие метелки? Куда летят? Она подняла голову и стала всматриваться в небо. А Булочкин, делая скользящие каратистские движения, быстро приковал ее наручниками к тележке. Колобок! Колобок! В опасной борьбе преступница задержана путем пристегивания к объекту преступления. Ваша игра окончена. Ищего я. Какая ты игра? Ищех вы. Да я сама шла вот сейчас сдавать эту, как ее, эту тележку в милицию. Немедленно освободите ее и продолжайте поиски похитителей мороженого. Грустный Булочкин освободил женщину, и вдруг она показала ему на небо. Гляди-ка, метелки повернули и обратно лететь. Какие метелки? Куда лететь? Куда надо, туда и лететь. Она повела метлой, как косой, и Булочкин с мороженщиком шлепнулись на асфальт. Хорошо лежим, лежа и думать легче. Да, да, будем думать, будем ломать головы. А пока они ломают, третья музыкальная пауза, зловещая пауза, детективная песня. Мы просто пропали бы без детектива. Поскольку порою встречаются шайки, что могут троллейбус обчистить до гайки. Детектив идет по следу, верим мы в его победу. Вертит, не кружит, его детектив все равно обнаружит. Увидит, узнает и спрыгнет с балкона, и сдаст его в мудрые руки закона. Детектив идет по следу, верим мы в его победу. Детектив
профессия эта трудна и опасна. Но даже уже пятикласснику ясно, что нет в наше время другой перспективы. Как только всем классом идти в детективы. Руки вверх, сзади! Сразу признавайтесь! Как воровали, как пломбы срывали. И где все укрыли в далеком подвале? Кто тут местный житель, а кто нарушитель? Детектив идет по следу. Начинаем предварительный осмотр и составление версий. Тележка цела, колеса на месте? На месте? А где же им быть-то? Кому они нужны такие кривоногие? Вы мне вопросов не задавайте. Отвечайте четко и по-военному, так точно. Повторяю, тележка цела, колеса на месте? Так точно. А где же им быть-то? Кому они нужны такие кривоногие? У вас есть версии? Так точно. Никаких. Сразу видно, что вы не в нашей системе работаете. У меня есть. Скорее всего, это инопланетянщина. Летающий чайник. Действовала шайка. Интересно, сколько их было? Тележка отсутствовала полчаса. Сколько пачек может съесть один человека-преступник за полчеловека-часа? Хоть это известно. Так точно, неизвестно. Очень хорошо. Проведем следственный эксперимент. Будем выяснять. Разрешите принять участие в эксперименте? Можно. Сверим часы. Начинаем есть. И они стали есть пачку за пачкой, чтобы точно узнать, сколько было человек или инопланетчайников, которые съели 50 пачек государственного имущества. А я уже 3 пачки съел. А я 4. Ой, что-то стало холодать. Что-то стало нагреваться. У меня жар. Мне кажется, я заболел. Колобок, колобок. Я вас слушаю, Булочкин. Мы заболели. У нас жар. Срочно высылайте скорую помощь. Нам стало плохо. Гибель на трудовом посту. Продавцы попадают в больницу. Победа темных сил над силами добра. Они не вернутся. Их было 2. И вот по городу мчится неотложка. Она подбирает смелых исследователей и летит в обратную сторону. За ней на буксире следует кривоногая тележка, наполовину заполненная оставшимся мороженым. Тем самым, которое не успели доесть преступники и испытатели-экспериментаторы. Каждый, кто хоть раз побывал в больнице, знает, что там не бывает особенно весело. Я в больнице сижу, ножками болтаю. А зачем сюда попал, я и сам не знаю. Безобразие. Никакого уважения к труженикам прилавка. Мы тут, понимаете ли, погибаем в больницах, а преступники разгуливают на свободе. Я говорю от имени мороженщиков всего мира. Колобок о нас забыл. И вдруг в палату вошел Колобок. Он был в белом халате и в тапочках на босу ногу с трубкой. Следствие ведет Колобок. Колобок ни о ком не забывает. Он знает все. Ну, а где же преступники? Я как доктор заявляю, преступников здесь нет. Здесь только больные. Преступники вокруг нас. Посмотрите, кто лежит на соседних койках? Мы лежим. Мы больше не будем. Простите нас. Как же вам не стыдно бесплатно брать мороженое? А мы не бесплатно. Я 1 монетку положил. А я 2. А я большую синюю с 4 дырочками. И еще котенка. Я как доктор заявляю, котам здесь не место. Скажите, нас теперь арестуют? Ни за что! Раз вы признались, я за вас заплачу, но котенка я вам не отдам. Я к нему прирос. Кыс-кыс-кыс. У нас мыши завелись. Красота!
Я беру себе кота. Моя кисенька, моя милая, моя Мурочка. До свидания, до свидания. Я уже вылечился. Мне больше здесь делать нечего. Люди покидают койки. Мороженое — лучший педагог. Кыс-кыс-кыс. И под свою мороженскую, то есть мороженую песню, то есть, я хочу сказать, под свою песню о своем мороженом он удалился. А Колобок и Буночкин ласково смотрели ему вслед и думали, как хорошо, что ему хорошо. Значит, не зря мы несем нашу тяжелую вахту. Пусть всегда будет солнце! Подходит к концу детективный рассказ о том, что случилось с тележкой. И кто-то, быть может, похвалит всех нас, а кто-то заметит с усмешкой. Такая пропажа на 8 рублей не стоит и сломанной трубки. Но я им отвечу, что дело не в ней, а в их некрасивом поступке.